Коллеги, добрый день! Рада приветствовать всех зрителей и тех, кто смотрит нас на YouTube. Отдельный вам привет. Мы начинаем наш вебинар, очередной в серии вебинаров, посвященных новому продукту, системе бронирования помещений Meeting Room App. У нас есть видеозапись, которую вы тоже можете посмотреть, посвященная описанию самого продукта, описанию лицензирования, его возможностей. Ссылку можете найти в описании. Сегодня наш вебинар будет более технический, посвященный интеграции этого программного обеспечения с сервисами Microsoft, Office 365, Outlook Exchange. Меня зовут Илья Иванов, я продукт-менеджер компании Appymatica по этому направлению. Но сегодня я буду далеко не основным спикером, потому что основную часть и все технические подробности этой интеграции нам расскажет Ростислав Долит, руководитель IT-отдела нашей компании, который нам сегодня как раз и поведает все тайны этой интеграции. Добрый день. Начать хотелось бы с того, что у нас у производителя, точнее, существуют инструкции специально для таких случаев касательно интеграции с Office 365 и с Exchange. Это две отдельные инструкции, но они во многом похожи. Вот. Ну, если быть точным, то там, по сути, разница только в названии панели администрирования Office 365 и Exchange. Об этом мы остановимся как бы потом более подробно, возможно. Да, давай, наверное, сразу скажем. Инструкции можно найти легко и просто, даже не на сайте производителя, а на нашем сайте. Заходите на appymatica.com и, собственно, в карточках товаров Meeting Room App в разделе «Файлы». Они все выложены в открытом доступе, так что, пожалуйста, берите и пользуйтесь. Да, собственно, сейчас на примере инструкции интеграции с Office 365 мы последовательно пройдем по всем шагам, обозначенным в этой инструкции, и, собственно, убедимся, как это все работает, посмотрим вживую. Поэтому я сейчас включу демонстрацию рабочего стола, открываем инструкцию. Инструкция на английском языке, но для тех, кто работает с Office 365, это, в принципе, не должно быть проблемой, потому что любой администратор системный, по крайней мере, должен понимать английский язык. В начале инструкции нам говорят о том, что нам нужно перейти в Exchange Admin Center и создать там комнаты. Да, ну, можете посмотреть в том числе и вводную часть про всевозможные преимущества решения, описания. Ну, наверное, да, мы сразу перейдем непосредственно к демонстрации. Да, у нас уже все, так сказать, заранее открыто, поэтому вот у нас центр администрирования Exchange. Мы должны перейти в получатели и открыть раздел «Ресурсы». Здесь у нас ранее заведены комнаты, которые у нас используются в организации, но в данном случае мы будем использовать тестовую комнату, которую мы сейчас создадим. Читаем дальше. Для создания комнаты нажмите кнопку с плюсиком. Нажимаем. Создаем почтовый ящик помещения. Название помещения. Ну, напишем Test Room. Электронный адрес такой же. Положение. Тест. Билдинг. В принципе, здесь можно использовать кириллицу, это не проблема. Вместительность можем обозначить. Ну, например, 20 человек. Телефон можно не указывать. Телефон, ну, если есть переговорный телефон, можно его указать. Тогда он, соответственно, будет там выводиться в адресной книге в свойствах контакта. Мы можем создать не одну, а там, допустим, две тестовых комнаты. Будет у нас тест-рум 2. Здание то же самое, вместительность там, ну, тоже 20 человек, например. В
Идем дальше. Значит, нам надо создать список или, иначе говоря, группу комнат. Нам тут говорят, rooms created in previous step should be included in room list. Для этого нам понадобится PowerShell. Соответственно, PowerShell мы должны запустить от имени администратора. Дальше, соответственно, копипастим команды, которые у нас есть в инструкции. Я их уже ранее выполнял, поэтому тут, так сказать, не все имеет актуальность, но мы пройдем по шагам. Здесь мы говорим либо yes, да, либо а для всех. Я отвечу а. Это execution policy. Дальше команда получения credentials, то есть логин-пароль. Это логин и пароль от административного аккаунта в Office 365. Я использую свой. Далее Start New Session. Копируем текст, но заранее скажу, что просто скопипастить его не получится. То есть вот я его вставил, тут у нас ошибки вылазят. Проблема в том, что нам надо убрать переносы строк. Для этого открываем блокнот, вставляем туда и просто удаляем переносы. Ставим в конец, выделяем. Копируем, вставляем снова, убираем хвосты, вставляем, удачно. Далее импорт сессии. При этом производится, как сказать, импорт сессии пользователя из Office 365 в сессию PowerShell. Примерно это так можно описать. Вот у нас идет импорт. Теперь мы можем как бы взаимодействовать через PowerShell с различными свойствами в Office 365. Здесь в инструкции нас заранее предупреждают о том, что в конце мы должны эту сессию закрыть. То есть вот такую команду ввести в конце, после того, как мы закончим. Вот, это надо не забыть. К этому мы еще вернемся. Дальше. Создание рум-листа. Копируем команду и редактируем ее по своему разумению, как нам надо. То есть building A — это не наш вариант, у нас он называется test building. Так, понял. Display name, соответственно, ну, соответствующий какой-то. Копируем команду, вставляем в PowerShell. Так. Все. Лист создан. Теперь мы должны в этот лист добавить наши переговорки, аккаунты наших переговорок. Копируем команду add distribution group member, редактируем опять так, как нам надо. Identity, соответственно, это у нас test building. А,
Member. У нас, насколько я помню, была test.room. Собака. Matematica.ru. Так, и сразу можно подготовить следующую команду. Test.room 2. Matematica.ru. Вставляем эти команды в PowerShell. Так, ну, собственно, можно тут сразу исправить. Готово. Дальше у нас Creating Service Account. Речь идет про аккаунт, пользовательский аккаунт в Office 365. Здесь все это описано. Аккаунт будет управлять переговорками, вот аккаунтами переговорок. Значит, это обыкновенный пользовательский аккаунт в Office 365. В принципе, заострять на этом внимание, я думаю, особо не нужно, потому что те, кто пользуется Office 365, это делали не раз. Но я имею в виду администраторов. Вот, это обыкновенный аккаунт без административных прав. Он нужен такой один. Лицензия к нему нужна, начиная от Exchange Online Plan 1 и выше. То есть та лицензия, в которой есть Exchange. В принципе, это может быть аккаунт человека какого-то, который может, ну, в дальнейшем будет управлять записями в календарях переговорок, в том числе и там из Outlook. Например, это может быть секретарь. Вот. Ну, дальше тут описывается, какая лицензия нужна там. Значит, аккаунт у нас уже создан, останавливаться не будем. Называется он у нас room.ipmatica.ru. Дальше. Сервис аккаунт and room list calendars permissions. Значит, этому аккаунту надо делегировать права на управление аккаунтами переговорок. Для этого мы идем снова в центр администрирования Exchange. Вот наши тестовые комнаты. Нам надо нажать на свойства этой комнаты. И раздел делегирования почтового ящика. Листаем вниз до раздела «Полный доступ», «Full Access». Дальше, соответственно, нажимаем «Плюс» и добавляем наш сервисный аккаунт, о котором я до этого говорил. Вот, да. Так. Вот она. В свойствах обеих переговорных комнат надо проделать эту операцию. Готово. Идем дальше. Интеграция с Meeting Room Map. Значит, здесь нам говорится, что нам необходимо перейти на сайт Meeting Room App и залогиниться в свой аккаунт. Мы не будем останавливаться на процессе регистрации. Аккаунт у нас уже есть. Собственно говоря, вот он. Мы уже внутри этого аккаунта. Дальше нам говорится, что нам надо сделать. Значит, соединиться с офисом 365. В разделе «Календарь Providers» нажимаем кнопку «Connect Office 365». Нажимаем. Вводим учетные данные от сервисного аккаунта.
Так, здесь мы вводим допустимые домены, которые у нас есть в организации. Но в данном случае у нас один домен ipmatic.ru. Плюс дополнительно мы можем добавить домены, которые будут использоваться как бы в приглашениях для участия в переговорах, в переговорных комнатах. Тут можно вообще любые домены прописать. В принципе, да, тут можно звездочку поставить, тогда ограничений не будет. Готово. Идем далее. И, соответственно, мы видим статус онлайн. Это значит, что все хорошо. Ну да, статус вот онлайн. Идем в следующий раздел Room Resources. Нажимаем кнопку Sync Resources. Синхронизация ресурсов. Выбираем календарь провайдер, который мы только что добавили. Нажимаем Sync. Синхронизация. Так, вот наши переговорные комнаты, точнее календари, которые принадлежат, у которого есть нашему сервисному аккаунту, они все сюда синхронизировались. Лишнее можно, соответственно, удалить. Значит, календарь дней рождения нам там явно не нужен. Календарь самого сервисного аккаунта нам, в принципе, тоже не нужен, потому что это может быть, например, календарь секретаря, там с его личными делами каким-то, нам это не надо. Задавали вопрос, да, давай сразу скажем. Truncate – это просто удалить все сразу, кнопка снизу слева. Да, это удаляет синхронизацию и заново приходится потом синхронизировать. Так, вот у нас остались, собственно, те комнаты, которые там у нас заведены, в том числе свежие наши две комнаты, Test Room и Test Room 2. Идем далее. Так, после того, как комнаты синхронизированы, мы должны нажать Validate Permissions. Где это у нас? Сейчас у нас вот красненькие кружочки здесь по правам: чтение, запись, редактирование событий, удаление. Теперь кружочки стали зелененькие, значит, проверка разрешения прошла успешно. Идем далее. Добавляем здание. Go to the building section. Собственно, открываем. Buildings. Добавляем здание. Ну, например, test building. То же самое здание, которое мы создавали в Office 365. Так, адрес. Там не важно. Дальше. Time формат. Тайм-зон, это все понятно, это мы не меняем. Можем сразу задать язык. Это язык, который будет отображаться на планшетах, я так понимаю. В приложении Meeting Group App. Да. Так, задаем часы работы в этом здании. Ну, можно сразу выше также поменять режим работы Wayfinder'а. Например, с Flyboard на таймлайн, если нужно. Так, Default Brightness. Это, я так понимаю, применяется ко всем планшетам, которые в этом здании будут стоять, принадлежать этому зданию. Выключение дисплея после истечения периода рабочих часов, там через 30 секунд. Так. Дальше что мы еще можем? Можем указать e-mail адрес для поддержки
IT-суппорта, то есть если какие-то там сложности возникнут, например, у пользователя он не может добавить, забронировать переговорную комнату, он может, соответственно, обратиться в саппорт, и при этом в саппорт придет письмо об этом. Значит, что мы здесь можем указать, в принципе, ну, можем указать... Пока ты указываешь, небольшое отступление, мы поменяли язык здания на русский, поэтому кнопки по умолчанию о запросе помощи, IT-суппорт, кейтеринг и клининг автоматически переведутся на русский язык. То есть в этом плане уже ничего самим делать не нужно. Ну, текст может быть какой-то, естественно, более развернутый. Я здесь для экономии времени не буду. Так, здание готово. Идем в раздел «Девайс». Добавляем девайс. Так, для того, чтобы добавить девайс, мы покажем процесс с нуля на сайте. Интерфейс планшета у нас открыт вот здесь. Сейчас я буду нажимать на экран планшета, и вы будете видеть, что на нем происходит. Значит, нажимаем, ну, в данном случае новый пользователь и существующий пользователь, это имеется в виду пользователь Meeting Room Map. То есть у кого есть личный кабинет, у кого нет личного кабинета, имеется в виду. У нас есть личный кабинет, поэтому мы нажимаем существующий пользователь. И нам высвечивается для сопряжения токен устройства. Нам его надо ввести поле, которое мы ранее открыли. Так, 46AB22. Сейчас. Не то. Момент. Нажимаем сохранить. Так. Выбираем календарь, который будет соответствовать этому устройству, например, Test Room. Здание Test Building. Тема, ну, либо Default, либо Dark Mode, либо тему можно самому создавать в разделе темы вот здесь. Вот. Meeting Room Name Test Room. Уже, так, этаж. С этажами у нас тут без этажа. Так, дальше. Да, ну этажи создаются в здании, это, думаю, да, тоже не проблема для пользователя. В предыдущем разделе Buildings там мы можем создать этаж. Нажимаем Save. Так, теперь, соответственно, на планшете нажимаем кнопку сопряжения. Здесь нас предупреждает о том, что будет блокировка экрана, которая разблокируется двумя вот подэкранными кнопками. В принципе, нажимаем ОК. На этом предварительная настройка, скажем так, закончена. То есть мы сейчас видим экран планшета, и мы видим, что мы можем с планшета забронировать переговорную комнату. Вот можем прямо сейчас это сделать, там, на 15 минут, например. Прямо с нынешнего момента у нас на 15 минут тест-рум, наша комната, она забронирована. Кроме того, мы можем с планшета вот запланировать собрание, например, там, на 13:30. Так. Начать, потом выбираешь время, когда закончить. Так, ага. Да. И планируем наши события. Тут, получается, тут с промежутком в 15 минут мы выбираем, да, когда начать, когда закончить. Можно вот так. Максимум получается час. Я так понимаю. Да, все так. Ну вот выберем 15 минут, нажимаем запланировать. Ну, не час, 2 часа назад. Мы видим, что здесь появилось следующее мероприятие.
Так, отдельно мы бы хотели продемонстрировать возможность бронирования переговорных из Outlook. Вот у нас имеется Outlook с настроенным сервисным аккаунтом в нем. Тут все эти переговорные комнаты, они видны, как обычно видны общие почтовые ящики в Outlook. Вот, открываем календарь. Кстати, интересно, могли заметить письма в почте, как раз уведомления о запросе помощи, то, о чем мы выше рассказывали. Вот в таком виде, собственно, это и приходит. Лирическое отступление. Да. Собственно, вот календарь. Нажимаем кнопку «Создать собрание». Название любое. Тест. Тестовое собрание. Выбираем место. Тест-рум. Среди участников у нас сразу появляется тест-рум как участник. Сюда мы можем еще кого-то добавить, там, кто будет участвовать в собрании. Вот. И нажимаем «Отправить». А, время надо выбрать. Момент. Сейчас отредактируем. Вот так вот. Так, теперь, соответственно, наше собрание должно появиться в приложении Meeting Room App. Оно происходит, это происходит с задержкой, обычно примерно минута, пока пройдет синхронизация. Соответственно, мы можем подождать, и оно появится. Пока оно не появилось, мы можем создать еще одно. Так. S2. Смотрим, что у нас. Кстати, появилось, да. Ну, первое появилось. Сейчас второе должно появиться примерно через минуту. То есть календарь в Outlook, он синхронизирован с Meeting Room App. Подождем. В обратную сторону то же самое. Мы можем здесь. Ну, прямо сейчас, на 15 минут, допустим, забронировать. И оно должно, вот бронирование с планшета здесь уже появилось. В обратную сторону получается быстрее. Да. Ну, кстати, если бы мы создали собрание меньше, чем через час, то, соответственно, при быстром бронировании с планшета у нас бы уже не было третьей кнопки «Забронировать на 60 минут», то есть пересечение расписание, пересечение собрания невозможно, и Meeting Room App за этим следит. Ну, вот тест-2 появился. Собственно, по этому моменту, наверное, все на предмет синхронизации Outlook. Да, давайте, наверное, перейдем к следующему разделу. Давайте. Значит, у нас осталась незакрытая сессия PowerShell. Мы ее должны завершить по окончанию конфигурирования. Соответственно, та команда, о которой говорилось, нам ее надо ввести. Вот это. Если мы ее не введем, то если нам потом снова надо будет через PowerShell подключиться к Office 365, нам придется ждать некоторое время, тайм-аут, пока предыдущая сессия не отвалится. Вот. Чтобы этого не было, надо сессию завершить. Что так, давай посмотрим, еще? Да, конец инструкции, может быть. Еще что-то интересное найдем. Ну, здесь описывается работа, собственно, различные опции в личном кабинете. Опции устройства. То, о чем рассказывалось в основном вебинаре. То есть можно там PIN назначить, meeting confirmation и так далее.
кастомизация планшета, интерфейса, то, что мы видим, вот лого, то есть это вот в личном кабинете здесь все задается, в инструкции это описывается. Что я еще хотел сказать? Еще можно, собственно, пройтись по инструкции отдельно для Exchange. Интеграция возможна, начиная с Exchange 2010, 2013, сервис Spark 1 и выше. Собственно говоря, ну, если пробежаться по этой инструкции, то видно, что она процентов там на 90-95 повторяет инструкцию от Office 365. За исключением того, что мы идем вот в Exchange Admin Center нашего локального Exchange. И там, собственно, делаем все то же самое. Вот. Room lists, сами комнаты, те же самые команды, сервисный аккаунт. Интеграция точно так же в личном кабинете. Вот. Собственно говоря, практически то же самое все. Единственное отличие – это то, что Exchange стоит локально в организации на сервере. Вкратце, по техническим моментам можно сказать все. Да, пишите ваши вопросы в комментариях, если они есть. Приходите на следующие вебинары про интеграцию с сервисами Google. Расскажем в следующий раз. Всем спасибо. Спасибо. До свидания.